Как сохранить работоспособность смартфона при экстремально низких температурах воздуха? Несколько практичных советов дают муравленковцам операторы связи. Во-первых, смартфон лучше носить ближе к телу во внутреннем кармане. Во-вторых, купить хороший чехол. По словам связистов, пластиковый корпус недорогого смартфона в морозы неплохо защищает электронику, чего не скажешь о стекле и металле дорогих флагманов. Использование гаджета на улице нужно свести к минимуму. Ни в коем случае нельзя отогревать смартфон на батарее. Нужно просто оставить его на столе при комнатной температуре. А вот связь на морозе не должна пропадать. Базовые станции сотовых операторов могут выдержать температуру до минус 60 градусов.